Вот. Чисто фамбурамина. Нагруля. Ну хорошо, ладно, ты все читал. Великов не хочу, меня отмывали. Это, Кирилл, там есть у кого-то еще там с ним? Почилил бы, нет, и все. Танчик сейчас будет, но ядер, меч, войт и смурфет. Не, типа еще у каких-то меликов, может, есть? Не, больше никого нет. Короче, мне еще есть 13. Подожди, что? Смотри, Ген, тебе вообще надо шумать из лута? Кому из РДД вообще ничего из лута не надо? Я только за печеньками, но если там печеньки хотят... Я больше за тебя бы отпустил. Печеньки все не улетают мне, сори. 12к. Сегодня Азерона забирает. 12к у тебя. Ну, ты один токен, в принципе, можешь забрать. Ну, хочешь, ладно, давай я уступлю, просто-напросто потом. Да, потом забираешь, если что. Посиди пока на замене. Окей. За хулью побудь. Шоколад и стерва, прием, блядь. Я же говорил, шоколад выкинул, там очередь на сервисе. А стерва? Он... А вот я хуй знает. Кстати, блядь, забыл посмотреть, ну, самое главное, блядь. Блядь, это... Ебать, в очередь на сервис 10 минут сижу, по кайфу. Кирилл, у нас же в понедельник этот МГ и ВК, да? Да. Все, хорошо, спасибо. А, я сейчас заходи, короче. В МГ. Маги Грульфен. Не был первый? Что? Первый состав еще. Не, а, не, мы не были. Ну, может быть, тогда с первым гоняем, если файл получится. Мне вчера впадло было что-то на синдре, дохуя время вчера потратить. Ну, я смотрел стрим. Могли вообще в первый день закрыть и не ебаться, а в итоге, блядь, растянули нахуй. Ну, лаги там, вся хуйня. Бывает. Эш, ну тебе придется хилить. Тебе вместо стервы вытянул. Думаю, тебе похуй. Шкаф тыкните, вон, шоколад позже зайдет. Зачем нам 5 хилов найти там вообще? Не, ну... Блять, типа... Ну, тут реально, я сейчас буду сеть просто дамажить. На магике, в принципе, да, но... Да и на груле, в принципе, тоже. На королях... Да нигде там, да, нигде не дамажит. Да ну нахуй, на королях там, блядь... На королях, декурс это не тоже такое, типа. В принципе, иди совет, да, только на королях спикнуть. В принципе, надо. Я, короче, это 4-4 надел, шпешное. Пошел чудесно. Все, погнали, трэш чистить сейчас фарм Рокстара десуманим. Рыбу я поставил, кушай пока, я пошел запуливать. Дермич, иди пуляй с правой стороны весь трэш. Смурфетка с левой. И так далее. Я заберу этот центральный. Ладно, хуй с ним, смурфетка танчи, я пошел слева стороны. Только забери, блядь. Ладно, все окей, нормально. Магика будет слот для проходки? У тебя магик не закрыт, Виолен, да?
Блять, съебали. Давай, Виллет, заходи, вместо Нинзека закинь все. А он уже вышел, блядь. Нет бы в Дисе спросить, я, блядь, гичат не вижу нихуя. Редко туда заглядываю. Обижается потом будет. Стерва вернул. Гнусные, назойливые насекомые, освободите меня, и я, быть может, дарую вам легкую смерть. Подождите, братья, подождите, подождите. Кто-нибудь еще хочет посидеть на замену? За фул ЕП, да? Да, за фул спейси. Давай, окей. Батя. Я уже спейси убрал. Он Дерригал хочет. Ну, Дерригал сидит, тогда окей, спейси пойдешь. Кирилл, ты ж замени. Так, давайте по Дерригал ты тогда пока на замену. Так, все. От меня отвлечь. По луту распределимся по фасту. Это хуйня надо кому-нибудь? Звезде, если что, обмен давайте. Так. Настя, пускай эта шлюха на Ондре там релит, блядь, ты в полголоса тише, пожалуйста. Так, эта хуйня тоже никому не надо. Окей, нахуй, что на них, блядь. Обруч на хилов, надо кому? Угу. Хлюпальчик. Я там ЕП ставишь, у нас ЕП каука не ролл. У тебя там 850, ты первый режешь или ты его карантин? Бля, стерва, если ты сафы, блядь, это как голд бит, только, блядь, вместо голды, блядь, у тебя ЕП ау, короче. Ну, ЕП, короче, привязан. Встроено в офицерской заметке. Смотришь количество и делаешь ставку кратное 10. Три. Так, три, блядь. Три, два, один, фанамен. Дальше. Хулипало ноги. Надо кому-нибудь? Скану. Кейна.
12. Все по пиздец сейчас, блядь. Открываешь гичат, если ты свой ник нажимаешь на него, и снизу заметка офицерская. Там количество твоего ЕП указано. Щит. Типа он за 10 ЕП или за 20 ЕП забирает? Да. Она, блин, пояс. Боже. Какой он офиген. Давай чуть быстрее, башка болит, блядь. Хотелось бы быстрее закончить эту хуйню, блядь. Дарик, а потом дашь обменник, короче, если ты заберешь. Если ты заберешь потом. Я просто. А, ты винстей еще, понял. Дерегал, все, давай, снеста потом пошулику, если ничего не надо. 1700, сколько там, 1650 поставил, а? Это хуйня надо кому вообще? Да. Стерва, мен. Выбор, я прига. А, блядь, точно. Дай обмен, я тебе не то кинул, сорян. Ана, ты хулипал вообще, откисай, блядь. Либо щит мне давай. Ой, это, блин. Токен. Вы думаете, что ваша жалкая мать... Понял, дальше. Следующий токен такой же, никому не надо. Владеть же черный книжник. Сейчас я... Две штуки ждать. Никому не надо будет. Давай две штуки. Ну, там дам тебе. Так, дальше поехали перчатки. Я... Фоску на СПД раздает. Я давал, дашь мне дал. Жу обмен. Пояс. Нет, здесь саппорты не нужны. Понял, никому. Друид тебе надо эти наручи? Хороший, на себя.
Ну, ставь, ставь кучу-то. Давай обмен. Плачь. Говняны, блять, а мог бы 272, да, но... Пожалуйста, выйдите. Ничего не скану. Сначала кому на мэн. Если никому на мэн не надо, то на ноуспу. Я вот здесь ставлю. Блять, плюс вместо минуса либо. Ретрик мы идем. Бывает обмен. Так, дальше. Последняя хуйня осталась. Обида. Москва, обмен. Все, теперь так. По фасту объясню, что к чему. Слушайте быстро, внимательно. Тут ничего сложного нету, поэтому я буду вкратце. Короче, начинаем без босса. Около кубов никто не стоит, вот там, где вот эти мобы сейчас находятся. К ним близко не подходить, чтобы не разлить лужу. Разливается зеленая лужа, старайтесь не выходить. Если нет возможности, похуй, можете ставить, оно прохиливает. Но лучше выходите. Во время боя на рандомно на каждые 10 секунд на 4 человека будет кидаться печать Мактеридона. Отсвечивается там, где вы, вот типа Орда, вот это премиум, короче, с правой стороны. На последней секунде тика этой печати Мактеридона стопайте касс. Либо получите пол ебала хп и пол ебала маны, может даже больше. Там плюс-минус в зависимости от резиста. Дальше. В остальном бьете просто босса, но кубы я сейчас назначу людей. Левый портал, вот который здесь около звезды. Выходят демоны, в них просто свечаем, все заливаем. Босса в это время уешим, босса потому что сюда подводим. Демонов этих архимондов как можно быстрее заливайте. Плюс декурс, они кидают проклятие. Дальше, центральный портал с гитаристами. Пускают от себя такие волны, типа струны белые. От этих струн белых старайтесь отходить, не получайте урон. Одна струна где-то там 15 тысяч хп плюс-минус снимает. Гарза, максимально изгнание зла ебашишь под этого гитариста, которого будем гриппать. Я буду ставить метку. И все будем свечиться по метке. Дальше бесы, самые чиловые, самые охуенные. Когда говорю, просто подводим босса и даете фулл ауе в них. Заливаете. Первый там войд стандарт, второй гарза, если что, на подстраховке. Все, это весь босс, в принципе. До 50% так бьем. Потом бежим все сюда дружно в печеньку. Становимся ворота, падает там потолок. Кто не успеет, там может МК взять. Дальше выходим, в лужах не стоим и печать Мактеридона смотрим. Все. Бухаете. Дальше после 50% не будет чисто босс манекен. А на кубах я чуть не услышал. Блять, забыл, сейчас, секунду. Спейси, твоя будет печенька. ФК твой крестик. Батя твой полумесяц. Яша, квадратик нажмешь. И Беба, твой ромбик. Самый дальний справа. Просто когда говорю, нажали на кубы, подбежали. И когда сказал, отпустили, сразу отпускать. Рыбу я ставил, не ставил, ставил. Все, Арчена полубав. А, Мулинраж, дай СС по смурфетке, Спейси, дай СС по дермищу. И ФК, дай СС по мне, батя, жди. Потом, если что, нам. Вопрос, кто танчит трэш? Какой танк? Четыре танка будет танчить. Четыре танка. На липово дай похуй на кого. Смурфетка, Дермич, Феникс, либо Войд, без разницы. Так, Москва, кикаешь косты печеньки, Дермич, кикаешь косты полумесяцу. Смурфетка квадрату, Велиот ромбику и Алканфел крестику. Чего не хватает вам, Дермич и Христоманов, дайте Азерона. Какая очередность на бойс танки? Я первый, Дермич второй, Смурфетка третий. Допустим, Смурфетка именно. Каску обновить. Еще раз вообще на полма. Ну, ребята, быстрее, блядь, по бахам речь.
Все, отчет даю, поехали. Хотя похуй на счет, пуляйте. А, и чертотворцев убиваем максимально быстро, блядь. На големов забиваем болт. Главное убить чертотворцев. На големов похуй. Бегите эти косты только исцеление тьмой. Другие косты не надо. Дай бомжа и дермич. Давай максимально чертворцев быстрее. Больше дали по полумесяцу и трусам. И печенька еще. 4 чертворца осталось. Быстрее добиваем. Больше, больше. Дай мы стаунс, пока и мибо аккуратно. Да. Из камеры забери. Я с Мурфетки вообще-то говорил, блядь, я не семейно дал ему. Ну я в него дал, который три мобаза, да. Все нормально, молодцы. Все, боссу подошли, стали на исходные. Забери его эту хуйню. Здравствуйте. На себя. Забери с ханта, блядь. Сейчас умрет. Хант, притворись мертвым, блядь. Давайте приготовились. 2 секунды до пола. Поехали. Еби, еще босс дернулся. Все, Геру дали в полдпс под нос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваша тетя. Я ваша ветка. Брать опять впереди, сука. Ага. Вот метка, ты следующий выбирай. Чередуй там тринкет, блоки, что-нибудь по... Да-да-да. Смотрите на печати Мактеридонина, ребята, блядь. Я каждого человека озвучивать не буду. Вот, вот маги, да, которые трехбуквенные ники у вас. Месяц там прожмите кто-нибудь, я завис, батя. Мип, твой полмесяца идет с тобой. А не, он Блэкдарк рядом стоит, Блэкдарк еще полмесяца не нужен. Кубы приготовились. Прожали кубы. Быстрее прожали. Все, отпускайте, босса бейте. Подводи с морфеткой босса под этот, под Архимона. Конфел, твой первый звезду кикаш косты. Напуливайте на воида максимально, сейчас трэш. Играем фулл дпс по боссу. Босса только кливы. Москва, твоя печенька косты сбиваешь. Велет, твой трусло. Звездочку, кто там полкофил сбивал, следующий таргет результат твоем. Под Пархимоном больше играть. Малый бан, прохити Мелизона. Азерона, дай гимноману, волк, поставь КТН. Чтобы по мне пиздец сели. Быстрее Пархимоном, трусы хотя бы добейте. Быстрее добивайте. Больше ДПС. Опять демон, сука. Кубы приготовились, кубы прожали. Быстрее добивайте Архимона. Все, отпускайте. Добивайте звезду быстрее. Еще
Алканфел, твоя звезда вышла. На пол на воина. Скана, дай сокру. Геля, твоя печенька. И трусы. Трусы Москва. Акромбик, этот, Алканфел. Быстрее добиваем трет. Кубы приготовились. Да заебали эти архимонды, сука, кубы прожали нахуй. Кубы быстрее, все, отпускайте дальше трэшплей. Ёбаный нахуй конченый босс. Алканфел, твой первый моб. Я не могу чуть-чуть отпускать, забирать. Лагают, блять. На конфел звезда. Да, Вайсбаунд. Москва, печенька. Велят трусы. Яша, дай иннер по волку. Алканфел, твоя звезда. Дермичи просто. Больше не понес прохил. Да курс давайте, блять. Речь как-то, блять. Быстрее добивайте архипелаг. Скоро новые. Приготовились к кубу. Да сука нахуй. Ебучий Сирус, блядь. Кубы прожали нахуй. Все, тихо. Отпускайте кубы. По звезде Алканфел. Косты сбивают. Виолет, печенька. Москва, трусы. Алканфел, там твой вышел опять, мол. Звезда поставила. Быстрее добиваем. Приготовились кубы. Да ёб твою мать нахуй. Кубы, кубы прожали. Отпускайте. Ну это рофл какой-то. Сука, это пиздец. Может к какому порталу ближе? Да активируют? Нихуя, не, нихуя, ты чё, это бред полный. Бейте звезду. Вели от печеньки. То есть ты сделал. Это просто, блядь, на Сирусе однотипичность, нахуй. Это как, блядь, чума, нахуй, кидается на одного и того же человека, по КДН. И сквернение и так далее. И метки, блядь, на магов, нахуй, на сурфанги, блядь. Трусы этот, Москва. Все 5%. Я вижу, нормально. Можно привести, потом добить. Бейте пока. Звезда Алканфел. Блять, я залагал на. Чуть лагает, блять. Приготовились кубы.
Добивайте быстрее, демон. Кубы прожали. Один куб где-то. Быстрее кубы прожмите, блять. Алло, нахуй. Ромбик. Все, отлично, отпускайте. Сука, беба нахуй, выкон, блять, вонючий нахуй. Звезду кастл копил сбиваешь. Играйте по архиманам босса, пока уедем. Еще один прогнать можно с ней. Одного добивать не будем, поэтому это велет печенька. Вал, кто там есть? Вопрос. Все, босса отвожу, босса не бейте. Босса не бейте. Стопните по боссу. Дай-то там. Этот ромбик Москва. Добивайте три, главное, этих. Четвертого гарза пофиряешь, который без метки будет. Быстрее добивайте их. Печеньку и ромб мне главное, чтобы вы добили. Печеньку, ромб. Забери ромб, блядь. Ой, блядь, я забрал нечаянно. Забери. Не забрал. Да, мне босс все равно. Паундаун. Все, по боссу поехали. По боссу поехали. Все, побежали в печеньку. В печеньку быстрее. Пипала сокру. Быстрее в печеньку все. В печеньку. Он на мне пока. Быстро. Блядь, Войда сейчас вон ка возьмет, ну. Почему? Добейте печеньку. И второго архимода добейте. По архимодам сыграйте. Яша, дай бэр по Москве. Аккуратно напротив луж не становимся, с луж выходим и за печать Мактиридона смотрим. Сука, это пиздец нахуй. Рофл, конечно, с этими архимодами нахуй. Ребафните вары. Видите, вот. Геру. Геру, давай сюда. У нас хант вылетел. Кстати, депозит прошу хан. Да, неплохо. Ну это, видать, из архивом, да, не прийти. Не, ну это понятно, что это воен. По боссу. У него и по боссу более менее нормально, в принципе. До вылета было. О, камни не плохо. Камни все знал. Если прожимки с макетка не будет, скажи я массей, но. Это просто, сука, увеличилось время убийства босса, нахуй, где-то на минуту. На минуту три лишних. Чё ты не забрал, блядь, меня? Я чуть не умер, блядь. Термич, блядь. Он вышел. Ясно, блядь. Прости, сука, забери войд с меня, нахуй. Забрал. Теперь на меня. Следующий феникс. Капуй, блядь, отпусти. Я ничего не делал. Да, отверни от лужи. Не стоит лишний урон. На войду СС повесит, нет? Блядь, у меня мисс сработал. Но я пока этот гриб нажал, прогнись. Мисс таун. Ебать, проблемы на ровном месте. Забагался, сука, два раза сейчас. минус таунт, нахуй. Два раза, сука, не, нахуй. Не, у тебя эффект проходил. Зубы еще есть, могу дать. Хуй знает, что это. Это... Все забрал. Аллилуйя, блядь. С третьего раза, нахуй. Следующий вой после вэда я тогда. Там усэсы слетели. Гарочка есть, пускай. Можете обновить, если хотите. Спейси по мне, Мандельраж по смурфетке и бате Войда. Что у тебя после вам нормально? Все гуд. Если не будет, там что я скажу, капли. Короче, я сейчас... Да, и ближнюю стаку, да, достанем. Это по-моему, да, девушка. Блять, у всех фризит жестко, да? Пиздец. 30 FPS, блять, и пинг еще скачет.
Изменитесь по лицу страны. Метки, главное, профилировать метки, ставить там, там, на профилировать. Залейте. Милики, перейдите на другую сторону, не стойте в луже. Блять, такое чувство, что на село вещи с того босса бьем. Хибучи моей гролна. Блять. Я прям стараюсь его задамажить, прям очень. Заебись. Чё тебе убило? Бах, блять. Заставочный, наверное, войд не успел. Я забрал следующий войд. Короче. Ребафните по ДК. Ребаф дайте. А чё прохил, где? Какой прохил, ты под стаками? Если под стаками, тебя шотают. Феникс забрал, после Феникса я тогда заберу. Ну, смычайку дайте. Тебя шотнуло, там невозможно. Дайте, сука, каску, стамину, нахуй, по ДК. Ёбаный вы, блядь, папуасы, нахуй. Да. Пизду, я прожимусь на вас, нахуй. После смурфетки его забирают. Дал тебе кап. Кстати, у меня таун срабатывал с задержкой, если что. Были такие моменты. Какой-то залупа, нахуй, может, из-за огня? Сумки и мешок можете нидить. Ну, сумку и мешок можете нидить, остальное отказывать. Да это пиздец, когда они эту хуйню понерфят, нахуй. Чё это за, блядь, хуйня? Заебало. Каждый рейд эти лаги, блядь. Уже ж, сука, противно, нахуй, становится. Три ляма в магика надамажил. Пиздец. Это просто. Дермичку-то съебал уже, нахуй. Него выкинуло. Не, он спать ли? Я так понимаю, кроме этих демонов никого не было, да? Всё вот это говна. Да. Пиздец. Демочек, пиши что-нибудь об этом. Все забей. Не, когда не принял, окей. Какой нахуй дебаф? Потом, блядь, спросишь, я не понимаю, о чем ты там. Не вижу. А Хант вернется, нет? Писал он там что-нибудь? Хант, давай мы сразу на ну, что, в Дискорде этот Хант? Походу нет. Просто он вовсе. Ладно. Говно лучше, как обычно. Ничего хорошего. И сразу что на нас ключ. Теперь я могу кого-нибудь уступить слот на проход, но за меня посидеть. Сам есть у всех. Кто мне нужен, но в принципе по второму ставим, у всех есть проход. Ну, не, я понял, просто может, шмот нужен, что. Вчера на этой ебаной синдре лагало, блядь. Чё, ну, сегодня лагает, блядь. Кстати, и позавчера тоже лагало, блядь. Как рука устала дамажить. Вы когда-нибудь мышкой пробовали ДПС выдавать?
Да, это... ты лицом по голове турю покатайся, может еще больше нашло. Ну, кстати, полученный урон. У меня примерно столько, примерно так и есть. У меня 7 кнопок ротации, 8. Какой-то мега мозг нужен. Пиздец. Второе место, при том, что меня я вообще не бил почти на лоха. Ты об тебя науки передамажил. Ну это очевидно, это пиздец, блядь. Ну, бля. Реально не бил. У вас ДЦ почти дороги дотянулся. Я вот скану пережнал по ДПС. Точнее, по урону. А сколько у тебя хосты? 820. С такой хостой в Африке играть, это, конечно, пиздец. Карта не падает. Помогу себе рано быстрее, блин. Дармичек, ну, блядь, не знаю, скорее, думаю, да. Если кто-то захочет подолажить на ДЦ, то, короче, в зефразу не кидайте. Блядь. Смысла в этом мало. Но... не надо, там сифирная гонька, ара все, ну, вся ротация. В смысле, дотки еще, а Т4 ШПшная. А, ну, если сеть... Исповедь надо босса кидать, ну, там... Нахуя пинанс? Он дома нормально дает так. Ну сколько он там дамажит? Я уже пострелял, хуйню пинанс дает. Помощники, куда уже Москва пропала? Релок. Окей. Просто смайт спамить? А? Ладно. Пота еще не кидать пинанс. Да мне кажется, пинанс лишний ГКД. Он меньше наносит, чем условный кар, который ты дашь из священного огня. Священный огонь. Я не понимаю, что у нас у меня за хуйня? Куда мне надо быть? Все уходит. Погнали, трэш чистить. Элконфел, первый ВК сбиваешь звезде. Велет второй. Печеньку Дермич первый. Второй Москва. Все, поехали. Звезду, это печеньку первую играете. А вас еще не суманули. Понял, блядь. Вопросов нет, нахуй. Полчаса летели, блядь. А, блядь, больно. Что-то дисплей теперь по-братски. Спину дают, нахуй, жестко. Печеньку бейте все. И косты сбивайте, блядь. Шоколад, ты тут? Блядь, печеньки сбивай косты, короче. Хант вернулся. Хант, у тебя доступ есть вообще в этот? Ну, груль закрыт?
Барман, у тебя груль закрыт? Прием. Да, у меня закрыт. Заменим мужчину. Звезду бей. Странно, что они трэшу так мало хп сделали в грулянах. Могли бы лям авторит хотя бы накинуть, да? Ну, я тоже думаю, лямов 100 было бы охуенно. Чё, тоже так пришел такой, как три лича разъебал, блядь. 40 минут. Да. Да, мне кажется, тут под по харпо не трэш, чем на лича. Ну, если пачки две сагрить хотя бы. Еще каждому мобу дать обилку с лича же не задушно. Вообще заебись будет. И осквернение нахуй. Так, все, вышли все. Вот здесь вот где я прыгала. Да, вот отлично. А я по следам бог, все шикарно. Да, бегите к воде и бейте. Че, они там тоже и ВК ебашат? Да там, блядь, трэш-контент, нахуй. Так, дермиш, забираешь кроша и слепоглаза, как обычно. Я киллера и короля, блядь, заберу. Смурфетка. Ты, короче, трэш будешь забирать, свой толп потанчишь. Все, забираю. Хотя смурфетка в ДД спекайся, вообще. И этот. Две собаки забаним, две зальете. Может, ДК-шник тогда какой-нибудь телму подождает двоих тебе. Не, как. Ты, блядь, мне кажется, ты. Нет, ты короля Киглера там, блядь, за гроб будет сорваться, нахуй, на тебя будет бегать. Да хуй они что сорвут, там. Паладина и броник. У меня два там. Там когда закрывается, бери. У меня два там, то есть заебись. Да. Там вон, блядь, кто-нибудь из паладинов себя стаунтит на. Вон, Гарза, например. Лока на секунду. И это, стаки сбросишь и дальше, короче. Да. Так, короче, когда открывается крестик, стоимся плюс-минус, вот в печеньку поставлю, крестик, две метки, блин. Плюс-минус тут весь рейд стоит. Когда открывается крест, жмаем бомбу, на кого кидается, выходите с рейда. Рейндж, сколько там, 8 метров вроде. Дальше. Олм открывается. Милики играют по собакам. Физуроном все заливают собак. РДД играют по боссу. Максимальный декурс. Маги, друиды и Ершам. По рейду. Он кидает проклятие по всем. А не лучше двоих магов поставить на декурса, чтобы остальные бустили на Олма? Да, блядь, тогда мы сдохнем нахуй. Ну, два мага, два этих шамана. В принципе, какой два шамана? У нас один шаман, блядь. А, ну... Снимайте все, мне похуй, блядь. Нормально будет. Ну или ладно, хуй с ним. Пускай Жу снимает в первую очередь. Я же дебаф не пройди, если снимать будешь. Волк снимает. И мип. Так, короче, так, дальше чё? Трусы открываются похуй, просто бьете. Полумесяц там тоже похуй, просто бьете. От короля там тоже похуй. Буду озвучивать, чё? Главное, блядь, этот выносите, Олма и Крош, когда я говорил. Декурс и живую бомбу выносите. Алкофел, Донзак. Мне не надо. В миле можно на бурсте? Можно. Только на Олме. Типа, блядь, Крошу не подходить на в милизону. Потому что шо, от них слепоглаза тоже не подходит. Отчет даю. 5, 4, 3, 2,
Поехали. Слепоглаз, не бейте пока, не бейте, не бейте, не бейте, дайте агрот руку набрать. Все, начинайте бить, только аккуратно смотрите за агро. ИКС вешай по КД, кто там у нас, в спейсе. Нет, в спейсе отбой, этот, мулинраж. На каждый таргет, который открывается, кидай этот КС, краснодичь. Сканы, да, и сальву по мибу. Живую бомбу вносите с рейда, пожалуйста. Там пишет, неудобно смотреть. Все, стопнули, слепоглазы, никто не бьет. Стопнули, стопнули, стопнули. Сорвете игру. Крош открылся. Стоп. Блять, ну говорю, не бейте слепоглаза. Че там по крошу? По игру. Блять, кроша не бейте, пока. Набирай дермич на крош игру. Больше набирай, лужи там кинешь. Все, начинайте по крошу бить, только не сильно. Ты проебал слепоглаз, открылся, я проживу бомбу, говорил, ладно, похуй. Пипала с халю по спейсе. Слепоглаз забери. Блять. Кас, бейте слепоглазу. Кас, 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 кикните, сука. Дермич есть баунт, ТМА на огонь нажмите. Прохил рейд. Стопнули ДПС, никто не бьет крошу. Стопнули, все, блять, прервали каст. Опять крош открылся. Блять, прохил. Кроша дальше бейте. Азерона гимн ману в ЛКЦТМ ставь. Живую бомбу выносите. Воет сакра. Тема на огонь забери, попал, нажми. Прохил рейд. Быстрее прохилили рейд, блять, подняли по хп. Ёб твою мать, холм открылся. Отводить по собакам сыграли физуроном. Звезду Малинтраж забань. И печеньку ФК забань. Геру дали фул ДПС. Добейте, которая без меток собак. Физуроном. Остальные по боссу бейте. Все, в босса играйте. Блять, ну кикайте косты, пожалуйста. Дермич, блять. Яша, даешь. Не, этот. Стерва, дай БР повелит. Этот КС обнови по локу. Пиздец, вы там пука дэмэдж нахуй. Ну отхилил, потому что. О, шоколад, возьми, пожалуйста, в таргет слепоглазы, если что, кидаем мы эту хуйню. Дремич, дай давай избаунд и скана сокру. Скана сокру и избаунд быстрее. Киглер открылся, по трусам бейте. С табака вылезет, которая подведите в РДД зону ее и жагу синюю киньте, пускай хилы ему немножко поригенит. Наш был
Твою корону кидаешь, или сторон, а ты за твоей сторон кидаешь. Полом открылся. Полом поехали, собак бейте, или какие дроны быстрее залили. Рекурс. Звезду забани, блин, раш. Все, мы дальше хуярить. Прохил меня немножко, дайте, пожалуйста. Ой, это сокро. Езда нахуй. Ой, блядь. Давай, Яша, дай БР по Black Dark. Это, короче, блядь, тик декурса и плюс жертвоприношение было. Я понял, блядь. Найс декурсите, нахуй. Сейчас все минус фибу, нахуй. Да, так понимаю, не справились. Почему? Придется тоже декурсить. Просто надо изначально было... Ремахните, мать. Все нахуй декурсите сейчас и все нахуй. Пизду вас, блядь. В вагонах нахуй не можете продекурсить нормально. Да, есть баундер мич. Эма на огонь нажми. Прохил рейд. Волк, ставь тотем на ману. Киллера бейте трусы. Блять, прохил, чё с ним урод, сука. Заберите кто-то с миликов там. Стаки скинет. Хитлера дальше убьем. Еще заберите. Нахуй полгода, блядь, чуть перлить серпику. А там БР откатится резким, блядь. Ты только что си инер кинул. Заберите мили. А волку да инер ешь? Давай. Юката ставим. Волк, у тебя тотем. Сколько до тотема? Не равно. Пять, четыре, три, два, один, уля. Так, все, чинка. Потом, блядь, давайте потом. Мол, сколько это ты там? Три мин, блядь.
Понятно. Йо, стерва, блядь, регень там, не знаю, веточками, блядь, ману. Что я тебе могу посоветовать еще? Хорош, открылся, по кресту играть. Жил бомбу, выносим, стрин. Заберите вам. Веточками регень ману, я хуй знаю, что тебе еще стерва стоит. Аболма, либо об собаку. Сейчас нужен будет прохил скоро по крошу. КС не забудь обновить, мой брат. Это важно. Чё будет больно. Отводи. Пипала, ауру на конь. Блять, прохил. У меня есть. Эма есть, что ли? Ну, вечно. Дармич сейчас баунт пипалом, эма и сакру. Быстрее. Заберите меня. Где сакра, блядь? Ну ёб твою мать нахуй. Да в пизду вас, блядь, ребята, нахуй. Просто в пизду нахуй. Почему мип нахуй не декорсил, когда я тебе сказал декорсить? Что это за хуйня ебаная нахуй? Что это, блядь? Ну, когда я декурсил, вроде все декурсили, поэтому я перестал декурсить. Типа я не успевал декурсить. Вы сейчас умерли из-за того, что нахуй, блять, вы нихуя не продекурсили. Кинулся. Я в следующий раз декурсить буду. Забей, блять. Какой нахуй забей, блять? Сидеть, сука, вы панулись на этой хуйне, сейчас опять полчаса бить нахуй. Вы заебали нахуй. Как скан умер. Добили, блять. Так же, как и маги умерли, блять. Падайте, блядь. Их, я вот заранее щиты по хилам раскидал. Не от этого умерли, они просто ваншотнулись. Их шотнуло. Всех шотнуло. Там половина челов не ш... должно было тоже шотнуть, но я по ним щиты дал. Прям, типа, до каста. Но и не по всем успел дать. Там еще минус 6 было бы где-нибудь. В скобочках все хилы. Там что-то не так с собаками было. У тебя, Хазай, тебя наверное ломили, потому что там у Пипалы мана закончилась. Я не смотрел, но... Скорее всего, у Пипалы была мана, блядь. Я давай не знаю, чем тебя уронил. Короче, че? Одного шапим, одного нас убивает. Ну, потому что он меня не хилил, блядь, Пипала. Я не достаю частичкой до тебя. Ну, блядь, меня он хилит только стерва, волк, нахуй. Ну, потому что тебя должен скана хилить. И этого шапочного, то я двоих контролю. Гениально, блядь. Если бы его поставили немножко в другое место. Он нормально стоит, он так и должен стоять. Где кружочек? Ты, блядь, не обязательно в кружочке можешь стоять. Ты можешь, блядь, левее чуть встать и все, и доставать до обоих прохил. Скана, может ты, блядь, не будешь АФК нахуй, а встанешь, блядь, и мы пойдем бить нахуй. Мало АФКшили или что, блядь?